квадрат делить на x плюс 1 больше 1 и 2. Видите? Я решила не с графиком просто. И это ваше дело. Для начала ответа. Х больше 1. Х больше 1. Отлично. Расскажите решение. Я просто сначала говорю, пусть. Понятно, что если у нас она больше 1 и 2, да? то х у нас не может быть равен 1. Не может, и что? И 1/10 не может. Минус 19/100 не может. Много чего не может быть равен. Но перечислять все точки — это безнадежное дело. Да. Если мы возьмем какое-то отрицательное число, то здесь у нас получится, если мы возьмем, допустим, минус 1, да. То здесь у нас получится 1, а здесь 0. 0 тоже делить нельзя. Нам не подходят эти две точки. Дальше я смотрела на положительные числа. И то предполагалось, что, допустим, х, для удобства, пусть он будет равен 1. А когда он равен 1, это значение этой дроби — это 1/2. Да. То есть 1 нам не подходит, и числа меньше 1 до 0 тоже нам не подходит. Например, берем 1/2, тогда получается 1/4 делить на 1/2, да, не подходит. Да. Берем что-то большее минус 1, да. Берем что-то большее минус 1, здесь получается какое-то положительное число больше 1, да. Здесь получается какое-то отрицательное число меньше 0. Да. Отрицательное число меньше 0, это хорошо сказано. Да. Нормально. Оно не просто отрицательное, оно еще и меньше 0. Да. Значение дроби просто будет отрицательным. Да. То есть нам не подходят все отрицательные числа, да. И не подходит часть положительная. Да. Мы оценили то, что... Ответ какой? Больше 1. И пишите ответ, двоеточие. Х больше 1. Так? Да. Спасибо, садитесь. Кто считает, что ответ такой? Кто знает, почему ответ не такой? Ответ может быть и отрицательный. Х меньше минус 1. Она только что объяснила. Тогда слева будет отрицательное число, справа 1/2. Х минус 3/4. Кстати, можно было просто минус 1/2, если в качестве х берешь. А нет, минус 1/2 нельзя, потому что тогда в числителе будет 1/4, внизу будет 1/2, и минус 3/4. Берем в качестве х минус 3/4, тогда получается такая штука. Получается 9/4 делить на 1/4, это вообще-то единица, 9. А 9 больше, чем 1/2. Господа, есть отрицательные числа. Меньше минус 1? Да. И еще тут такая проблема. Мы когда говорили, если х больше, чем минус 1, то в таком случае это дробь отрицательная. Ничего подобного. Понятие «больше» и «меньше» для чисел означает следующее. Х больше, чем минус 1, это значит, что х расположено правее от минус 1. А вы думали, что х больше, чем минус 1, это значит, оно еще отрицательное. То есть оно либо... Так вот, ребята, ответ неверный. На самом деле... Есть еще какие-то числа. Наша функция убывает от минус 1 до 0, и от 0 до плюс бесконечности возрастает. Действительно, один из вариантов состоит в том, чтобы нарисовать график, понять, как примерно вообще выглядит график этой функции, и, соответственно, сказать, какой ответ. Почему это решение, что называется, не очень хорошо для школьников? Проблема вся в том, что рисование графиков – это обычно более трудная задача, чем решение неравенства. Рисовать графики за одно занятие нереально научить, потому что бывают сложные всякие функции. Там, по большому счету, чтобы правильно рисовать графики, надо еще и знать производные. Поэтому что? Я вопрос. У меня получилось. У меня получилось, что х квадрат делено на х плюс 1 равен х квадрат минус 0,5х, поэтому я... То есть у вас есть своя версия решения? Нет,
непонятно, почему не раз, так получилось, что... X. Можно вы выйдете к доске и напишите свои вычисления. А мы обсудим. Все ответы, да. Когда x на x плюс 1 равно x квадрат минус 0,5x. То есть, когда это корни... Давайте разбираться. Вообще-то, все-таки решить это уравнение не так сложно, как вам кажется. У нас есть вот это неравенство, да? Ну, все, давайте писать получше. X пополам, да, есть x квадрат. Что у нас там дальше? Больше. Минус 1 вторая больше 0. Ну, давайте выделять полный квадрат. X минус 1 четверть, правильно? Ну, как больше, чем 3. Это то же самое, что 9 16. Это замечательно. Это больше, чем 9 шестнадцатых. 3 четвертых в квадрате. То есть она даже позаботилась, никаких там корней не будет в ответе. А. Да? Значит, модуль x минус 1 четверть больше, чем 3 четвертых. Ну и тогда большая задача. Вот, так, секунду, значит, что означает? Что или x больше единицы. Или это... x меньше минус 1 вторая. Почему минус? От 1 четвертой. Меньше 1 четвертой. От 1 четвертой откладываем 3 четвертых. X меньше минус 1 вторая. Вот. Не меньше, а больше. Меньше. Мне показалось меньше 1 вторая. Отлично. Итак, ваша версия. X меньше минус 1 второй или X больше 1. Так или не так? Есть еще третий вариант ответа, да? Когда мы умножали на x плюс 1, мы не учли, что бывают две разные ситуации. Вот что взрослые говорят. Не всегда можно обе части неравенства умножать на x плюс 1. А, точно. Вот на двойку умножать всегда можно. Два число положительное, от этого ничего не бывает. А вот умножать на x плюс 1 вы не имели никакого... И вот дальше начинается народное мучение, которое состоит в том, что надо писать так. Рассмотрим случай x плюс 1 больше 0. В таком случае неравенство записывается вот так. Решаем и получаем x больше 1. Первый случай, когда x плюс 1 больше 0, то есть когда больше, чем x плюс 1. Решаем. А дальше второй случай. x плюс 1. Что? Меньше 0. Ну, ранее бывает. Ну, да. Вот. И наоборот. 2x квадрат меньше, чем x плюс 1. Что? Потому что 2x квадрат. Потому что здесь на 2 умножаем. Вот. Ну, вообще-то, это хорошо. Потому что, смотрите, первое неравенство означает, что x меньше, чем минус 1. А здесь мы получаем, что x минус 1 четвертая по модулю меньше, чем 3 четверти. И, ребята, мы получаем новую версию ответа. Ведь что значит x по модулю, разница между x и 1 четвертой меньше, чем 3 четверти? Это на самом деле означает, что x меньше единицы и при этом больше, чем минус 1 вторая. Согласны? А когда у нас число x больше, чем минус 1 вторая и меньше, чем минус единица? А по-моему, вообще никогда. Ну, так же не может быть. Можно привести хотя бы один пример. Получается, что вообще ответа правильно не получили. Если у нас вся дробь умноженная, да. Когда вся дробь у нас больше 1 вторая, то есть она у нас при любом положительной. Да. Числитель у нас положительный всегда, не отрицательный. Да. Положительный, не отрицательный. Да. Так почему нам рассматривать отрицательный знаменатель? Мудро. А зачем мы вообще рассматриваем второй случай, если у нас действительно дробь-то должна быть положительной? Здорово. Значит, здесь то, что мы не нашли никаких ответов, не случайно. Потому что действительно, если дробь положительная, то не могло быть так, что выполнены эти два неравенства сразу. Ну, замечательно. Значит, не бывает, чтобы x было меньше минус единицы и больше, чем минус 1 вторая. Да? Потому что, когда у нас есть минус 1,
и минус 1 вторая, меньше минус 1 это вот здесь, а больше минус 1 второй это здесь. Чтобы выйти здесь. Меньше здесь, единицы. Меньше минус единицы. Пожалуйста, внимательно следите. Вот, и больше минус 1 второй. Значит, здесь пустое множество. Теперь давайте смотрим, а здесь что у нас получилось. А здесь у нас такая история. У нас здесь x больше единицы или x меньше минус 1 второй. Но при этом обязательно должно выполняться вот такое неравенство. Значит, что мы должны нарисовать? Мы должны посмотреть, значит, x плюс 1 больше 0. Это значит, что числа расположены правее, чем минус 1. Где-то тут есть число минус 1 вторая. Где-то здесь есть число 1. И нас интересуют числа, смотрите, какие. Меньше, чем минус 1 вторая и больше, чем 1. Итак, должно быть выполнено следующее. Мы должны быть или здесь, и при этом обязательно здесь. Ну что ж, получается два множества. Интервал от минус 1 до минус 1 второй. Все, иду и пишу уже правильный ответ. От минус 1 до минус 1 второй. Так, ну что, уговорил? Ребята, то, что мы сейчас сделали, это типичное решение несчастного школьника. Ну, вот Диана, она была вообще прелесть. Она просто смотрела на это неравенство, представляла разные числа и пыталась сообразить, ну, где же там будет побольше, где поменьше, да? И она получила неверный ответ. Дальше мы сделали ошибку. Просто там нужно найти плюс один. Согласны все? Дальше мы без ошибки уже разобрали два случая. Тут, господа, очень важно понимать, что когда неравенство будет посложнее, то вы непременно в этих случаях запутаетесь. И поэтому надо найти какой-то более надежный способ, чем то, что мы сейчас делаем. Потому что это, конечно, замечательно разбирать случаи, но хотелось бы как-то, что называется, понятнее и получше. Примерно нарисую, как выглядит этот график. Потому что, вообще-то, понимать графики функций очень полезно. Итак, вот, x квадрат разделить на x плюс 1. Как ведет себя эта функция при разных x? Давайте смотрим. Если число x очень большое, то x квадрат, такой, там, миллион, миллиард, миллиард, миллиардов, то что это будет примерно такое? Примерно x. Примерно x. Причем чуть-чуть меньше, чем x, правильно? Это означает, что у нашей функции на самом деле примерно вот такое поведение. То есть есть то, что называется асимптота, прямая y равняется x. А наш график, чем дальше, тем все ближе и ближе к вот этой вот. Что будет, когда x будет близко к нулю? Ну, она проходит через ноль. Правильно. Она проходит через ноль. Причем там, где она проходит через ноль, она ведет себя примерно как x квадрат. Потому что около нуля, вот здесь будет знаменатель почти единица, а всю величину, насколько это число маленькое, будет ряд числитель. Значит, я должен рисовать примерно вот так. Примерно как x квадрат. Хорошо. Дальше, когда x будет минус 9 десятых или минус 99 сотых. Что дальше будет? Она будет стремиться к бесконечности, приближаясь к минус единице. У нас есть еще одна асимптота. У вас график будет вот такой. Между прочим, господа, я понимаю, что научиться быстро так делать довольно тяжело, хотя, разумеется, очень важно. Сейчас у любого школьника есть возможность. Есть сайт, называется wolframalpha.com. Если вы напишите там функцию, прям так и пишите, y равняется x умножить на x, косая черта, скобка x плюс 1, скобка закрывается, и нажмете на Enter, то он нарисует график. И там есть даже способы там, нарисовать на каком-то отрезке и так далее. Так что можно уже начать разглядывать этот график. Вот, это очень полезно, потому что, когда вы понимаете, как функция выглядит, то многие вещи становятся понятнее.
Так, хорошо. Теперь, если x это, скажем, там, минус 2 или минус 1000, о, даже минус миллиард, понятно, что такое будет, когда минус миллиард. Когда минус миллиард, x это минус 100, чтобы считать было легче. Тогда вверху будет 10 тысяч, а внизу будет минус 99. Это что такое? Это почти 100, правильно? Ну, даже чуть-чуть больше по модулю. Вот. Значит, функция будет вести себя примерно вот так. Хорошо. А когда число x это минус 1,1, тогда видно, что знаменатель будет близок к нулю и отрицателен, и поэтому она будет себя вести примерно так. Ребята, это, заметьте, функция, у которой есть одна вертикальная асимптота и одна наклонная асимптота. Отлично. А теперь вопрос. А при чем здесь 1/2? А вот при чем. Когда вы берете на уровне 1/2, то вот эта точка, это будет что? Это будет единица, правильно? А эта точка, это будет что? Минус единица. Нет, минус 1/2. Это будет минус 1/2. Ну проверьте. У нас же там так получилось. Если решать уравнение, то получится так. И, соответственно, x квадрат разделить на x плюс 1 больше единицы, это в точности вот эти два интервала. От минус 1 до минус 1/2 и от числа 1 до бесконечности. Согласны? Ну что, чертеж подтвердил полученный нами ответ. Подтвердил? Тут график, все понимают? Да. Это когда вы для функции в каждой точке вычисляете значение и рисуете множество точек с координатами x, и ординатой является значение. Почему? Я уже сказал, что рисовать графики даже сложнее, чем решать неравенство. А потому что вот, когда я рисую этот график, вообще-то очень интересно понять, в каком месте здесь происходит вот этот вот перегиб. Есть же здесь какое-то место перегиба, правда? А что такое перегиб, нереально понять, если вы не умеете дифференцировать. То есть как только вы начнете хоть немножко рисовать графики, так примитивно научитесь их рисовать, у вас сразу возникнет желание узнать, что такое производная. Реклама. Есть такая тоненькая-тоненькая брошюрка, которая так и называется «Функции и графики». Дельфант, Глаголева, Кириллов и еще кто-то там указан в качестве авторов. Это разработка, она тогда называлась Всесоюзная заочная математическая школа, сейчас она называется Всероссийская заочная многопредметная школа. Тоненькая брошюрка, где объяснено много разных приемов рисования графиков. И, безусловно, на начальном этапе изучения математики эту брошюрку обязательно надо прочитать, потому что там самые такие простые важные вещи объяснены очень разумно. Так. Да. Функции графики. Вот. Прямо в интернете набиваете. Да, ребят, большинство математических книжек не обязательно покупать. Они лежат себе абсолютно в открытом доступе в интернете по-честному. Вот. Ну, например, есть такой сайт mtcme.ru, там есть электронная библиотека, где огромное количество отсканированных книжек лежит. Уверен, что это там тоже есть, ну и многие другие хорошие книжки тоже. Не нравится мне эта картинка, совсем не нравится. То есть мне она нравится вот здесь, она выглядит абсолютно нормально. И мне очень не нравится, как мы ее вот здесь рисовали. То есть идея-то была понятная, что здесь она ведет себя более-менее как x квадрат, а при больших x она ведет себя более-менее как x. Но должна она так себя вести, ребят. Потому что вот этот вот перегиб, который мы здесь нарисовали, какой-то вот подозрительный. И я объясняю, почему он подозрительный. Потому что вообще-то, если вы умножите на x плюс 1 в обе части, вы получите y умножить на x плюс 1 равняется x квадрат. А это уравнение второй степени.
А про уравнение второй степени известная штука. Уравнение второй степени изображается график либо эллипсом, либо параболой, либо гиперболой, ну, либо вообще там выраженный случай типа прямой. Не могу быть там точки перегиба ни за что. Помните, я говорил, что рисовать графики на самом деле сложнее, чем рисовать, чем решать неравенство, да? Вот это тот самый пример. Сейчас, ну, до единицы все правильно. До единицы все правильно, да. А хотите расскажу? Дело в том, что вообще-то можно взять и вспомнить, что в школе этому учили. Знаете, есть такая замечательная формула в школе. Учили? Да. Да. Что это значит? Ну, не в начальных, конечно, это вы сгибаете. И что это значит? Давайте продолжаем, Раис. Это будет что? Это будет x минус 1 плюс 1 разделить на x плюс 1. Поняли? А теперь вопрос, а что такое x минус 1? А это то самое, что я здесь нарисовал, только ниже. Ребята, оказывается, надо было нарисовать вот такую вот прямую. Понятно? Здесь пойдет вовсе не так. А здесь пойдет вот так. А здесь пойдет вот так. И здесь пойдет вовсе не туда. А вверх? А она пойдет к этой прямой. Это гипербола. Это гипербола вот с такими. Поняли? Асимптота y равняется x минус 1. И никакого там перегиба нет. Это замечательная совершенно без гиперболы. И это симметричная ей. Между прочим, если аккуратно все нарисовать, то выяснится, что это вообще центр симметрии вот этой картинки. Гипербола. Никакого такого, никакой той штучки там не было, никакого перегиба не было. Асимптоты — это прямые. X равняется минус единице. И